С очередным обзором квартиры снова я. Здравствуйте. Итак, мы продолжаем тему ремонта однокомнатной хрущевки с очередными изменениями. Снова я. Очередная серия. Ну что, будем посмотреть. Итак, ребята, что изменилось? Прошло буквально чуть меньше недели. Есть значительные изменения. Стены сделаны. Шпаклевка сделана вроде как, но еще не полностью. Ну, давайте посмотрим. Итак, сразу большой на кухне. Что на кухне у нас? У нас сделали стенку, вывели под уголок. Под уголок вывели сверху, откосы зашпаклевали. И доделали, наконец, хрущевский холодильник, облагородили. Сюда будет вставляться мебель, как я и говорил. Здесь раздолбили немножко эти вниз, опустили, так как под кухню не подходит. Сверху замажут. Вот. Ну, по розеткам тут вроде все понятно. Электрик был у меня. Все сделал. Довольно аккуратно. Там тоже проводки все убраны. Значит, началась подготовка устройки гипсокартоновых стен. То есть вот профиль пока положили. Здесь будет, я напоминаю, будет стена, глухая стена, ход отсюда. Закупили гипсокартон, запенили, как я и просил, дырки все, так как они не будут видно под натяжным потолком, чтобы оттуда ничего не сыпалось. Здесь тоже, получается, подготовили профиль. Здесь тоже будет стенка. То есть, что получается? Мы входим. Перед нами сразу будет большой шкаф. Проход будет вот здесь. Вот так, вход в комнату. Соответственно, с левой стороны кровать не будет видно. Ну, а здесь будет как бы гостиная. Пошли дальше в туалет, ванну. Что в туалете изменилось? В туалете появилась ванна. Ее подготавливают к кладке плитки. То есть, что здесь у нас? Здесь вырезана штроба в стене чуть-чуть. Ванна туда утоплена. И прямо на ванну через переходной уголочек пойдет плитка. Так, здесь что у нас? Здесь у нас уже выстроен коробочек. Вот он, коробочек выстроен с выводами для полотенцесушителя. То есть здесь будет полотенцесушитель. Здесь у нас уже все практически зашито. Значит, мы купили лючок скрытый, под нажимной он будет, лючок, то есть нажимает, сейчас он не закреплен, я боюсь, что он грохнется, нажимаешь, открывается, и там будет все оборудование для замены фильтра, для съема показаний счетчика, здесь приклеится плиточка. Также здесь все заделали. И заштукатурили. Ну, в принципе, нормально. Чё? Там у нас торчит вывод для воды, для горшка. Соответственно, показываю, что провода тоже уже сделаны.
Ну, вот в целом такая ситуация. Работы идут. Ну, не очень быстро, но идут. Ну, еще сказали, недели две рабочие будут работать. Построить стены в чистую отделку. И, в принципе, уже, наверное, дело ближе к концу. Ну, вот такой видос коротенький сегодня. Просто между... Получалось раз в неделю, а сейчас я забежал, утром снял перед работой, что пока тут никого нет. Вот то, что есть, то есть. Ну ладно, на сегодня все. Всем пока. Будем дальше снимать. Ну, по факту, как вот есть, буду вам показывать. Все, всем до свидания. Всего хорошего. Пока.